Обычно летом светская жизнь нашего города приостанавливалась, но за последние годы количество громких опен-эйров увеличилось. В этом году таковым претендует стать проект «Топ-20 самых стильных персон» от журнала «План Б». Где стильные персоны, там и модные фотографы. Для проекта «Топ-20» снимает Дмитрий Болотин. Сегодня соберутся 5 красивых женщин, которых вы увидите 18 июля на чудесном мероприятии Top Style 20. И сегодня фотосессию проводит Дмитрий Болотин совместно с Натальей Андрияновой как стилистом. Знаете, есть такое выражение, которое не я сказала, а Александр Маккуин, что самый лучший дизайнер – это природа. И вот именно поэтому это место, именно поэтому 18 июля все шоу у нас будет сопряжено с природой. В принципе, оно будет проходить на природе. И самый лучший дизайнер, самые красивые девушки, в принципе, все очень гармонично, все очень переплетено. И все должно получиться на высшем уровне. Здесь для меня лично, как для фотографа, есть атмосфера такого загородного ранчо. Если прищурить один глаз, отойти и размыть, то что-то как это американское такое ранчо, Техас, что-то вот напоминает. Это, ну, на самом деле классно. Ну, европейские есть здесь уголки, которые тоже классно смотрятся в кадре. Очень давно мечтала сфотографироваться с лошадью. Сегодня моя мечта осуществилась. Сегодня еще повезло с погодой. Немножко ветрено, но это тоже придает какой-то немножко сумбур и какую-то пикантность нашей ситуации. Я уверена, что это будет бомбически интересный, яркий проект, от которого мы получим удовольствие, море эмоций. Звездные гости, невероятно стильные участницы, показы от известных дизайнеров и бутиков нашего города. 18 июля все эти модные идеи воплотятся в финале.